Удачливых людей в стране стало больше. Ценные призы в игре «Удача в придачу» продолжает разыгрывать Еврооп. Счастливчики 65-го тура сегодня получили ключи и документы от новых внедорожников и квартиры в столице. Ну, одну из первых победителей поздравила наша съемочная группа. Каждый раз, делая покупки в Еврооп, минчанин Василий Стрелковский не забывал о товаре удачи. А вдруг повезет? И, конечно, давно мечтал о главном призе – квартире в столице. Этот вторник, 24 апреля, оказался счастливым для всей семьи. Предчувствие было, ну, когда утром просто прилетела воробушек, сел на подоконник. Я думал, какое-то известие будет. Потом еще на машину села трясогузка. Я думал, это точно известие какое-то будет. Ну, что такое известие будет, что я выиграл квартиру? Я даже не ожидал. О собственном жилье Василий мечтал всю жизнь, потому приступить к ремонту уже готов. Сделаем здесь это все, обустроим и переедем с женой сюда жить. Семья у него большая, а комнатки маленькие, и кому-то надо, чтобы кто-то разъехался. Ну, нормально, я. Надеюсь, мощная будет, быстрая. Как раз такой внедорожник и нужен был семье Гуринович из Минска. Узнав приятную новость, счастливые обладатели автомобиля сразу же приехали в студию, где проходил прямой эфир розыгрыша. От волнения даже забыли цвет выигранного автомобиля. Мы хотели купить новый автомобиль, поменять точнее, но о новом мы даже только мечтать могли, действительно. Ну, разговоры все время шли, когда даже здесь бывали передачи. Когда мы отсюда на машинке уедем? Ну, по итогу уедем. Накопила 8 игровых кодов и практически не оставила фортуне выбора. Елена Анисимова уже давно хотела сменить свою старую машину, которую стала чинить. А тут счастливый случай. Могли только мечтать о новенькой машине, о том, что можно ее выиграть. Совершая обыкновенные покупки каждый день, за пакетик кофе можно получить новую машину. Это невероятное ощущение. Нам теперь не надо думать, как пройти техосмотр, как-то что-то подкрасить, отремонтировать, подварить. Вот, и у нас теперь новый член семьи. Водительские права есть давно, но пригодились именно сейчас, благодаря игре «Удача в придачу». Уже после 6-й цифры стало ясно, что оранжевый внедорожник достанется Анне Гапонник из города Поставы. Эмоции сложно передать даже словами. До сих пор как-то не верится. Сидишь в машине и не верится, что это твой автомобиль. Покупка была большая, праздники, выходные большие, дети собираются. Покупка была, конечно, большая. И вот видите как. Чем больше кодов, тем больше шансов выиграть. Еще 200 счастливчиков уже получили по 500 рублей от Еврооп, также разыграны в 65-м туре. А с 23 апреля шансов на победу будет еще больше. Теперь каждый чек с товаром удачи испытывает фортуну дважды. На следующий день после совершения игровой покупки участвуют в розыгрыше более 5000 денежных призов, а во вторник следующей недели в розыгрыше автомобилей и квартиры в Минске. Имена новых счастливчиков определят уже 1 мая. На кону 3 автомобиля Nissan Juke и столичная квартира по адресу улица Ильянская, дом 6. Александра Радкевич, Яна Лазовик, Андрей Мушавец, Юрий Лбовников. Наши новости ОНТ.